Хотите, выведу на экран Лёши на голую фотку. Она тут есть. Не надо. Какая? Сюда вывел. Это нам и просто в этом. А, я случайно ее тыкал. Я вообще. Я хочу сгореть. Ой. И вот реально, мне в первый раз уже обо мне подумают. Я просто хочу сгореть. Ну, сгореть, да, наорать имеется в виду. Пусть такие популярные. Машину купите, на машине катайтесь. Нет, просто едьте в город маленький и там стримьте. Боба классика, Боба янтарь, Боба пудинг, молочный Боба. Я по губам прочитал. Глаза не врут, дядя, я все вижу по твоим глазам. Все вижу по глазам. Какого-то мне молочного коктейля. Тут нету молочного коктейля. Мне привел. Мне чек. А, бабл-ти тут есть. Хочешь бабл? Бабл-ти. Пушин пи. Целевой, успокойся. Дадим тебе дозу твою. На, спиртика, понюхай. Что, мужики, за чаем, да, пришли? Да. Так хуй сидите, идите, возьмите чая. Давайте. А. Вот, пацаны, кто что следит, из-за вас теперь хуй постримишь здесь. А тот самое удобное, пришел, какую-то хуйню нашел и пошел. Сильно сказал. Вот здесь ебануто страшно, ты не представляешь, насколько. Я не верю, что здесь страшно. Бля, дядь, я тебе клянусь. Я тоже не верю. Это очень страшно. Да не, хуйня. Ну, я ходил здесь, я чуть не обосрался. А у тебя чё? Из меня легко энергию высосать. Я сейчас высосу. Я бы из тебя кучу другой высосал. Ай. Я видел, как девочка сломала такой эскалатор. Она уперлась так двумя руками и делала вид, что бежит. Чик-чик-чик. И сломала. Реально? Да. Покажи как. А как он ломается? Не сломался. Грузовой, походу. Мне вчера и сегодня так было хуёво, что сегодня с утра мне было настолько хуёво, что сегодня с утра я хотел, знаете, что написать? Я хотел написать в телегу, что, ребят, я это самое, прекращаю, типа, стримерскую деятельность. Я реально в моменте сегодня я хотел закончить всё нахуй. Кайф меньше стримов делать. Поддержали. Я сегодня так перед стримом сказал, когда у меня опять телефон залагал очередной раз. Лёха поделился, видимо, болезнью, ты говоришь про телефон, который не включается. Нет, я говорю то, что у меня телефон не включился, я такой, ну, походу, стримить это не мое. Больше не стримлю. Хозяева уходит свеча. Я просто уже не понимаю, зачем я стримлю. Просто так? Да, я стримлю просто потому, что я привык стримить. Не знаю, мне кайф. Не, это про... Блядь, дурак, что ли, а? Извините. Нифига ты щелкнул. Не, Сань, не... Ты постановочный удар сделаешь? Блять, кофта белая была. О, вот подарок и делай тебе после этого. Это моя кофта, что ты говоришь? Не надо. А что там интересно, а? Извините, что внедрился ваш разговор. Подскажете, как не дошить тебе? О, спасибо, спасибо. О! А. Недалеко ушли. Блять. Хуя он тяжелый. А вот так он один. Он один. Ай, шесть смелость, по-моему. Сука, акробат. Тяжелый. Да мне и похуй, что и больная. Да, вот некоторым людям вот прям нужно. Да все, забей, Лех, пожалуйста, все. Бля. О? Е? А. Стой, можно вот этой. Считать что? У нас пчела нет. Пчелы. Стул к электросамокату. Не, вот эту хуйню, это да, но вот эту хуйню же надо как-то примотать. Скотч. Не, зачем? Это вот садишься, смотри, Костя. Да. Садишься и... Да, это вот так делается. Ладно. Сидел на ютубе. А давайте возьмем какой-то трос. Чтобы к самокату приделаться? Да. Ну, вот этот. Нужно с карабином, да, с крючочком. Вот этот лучше. Крючочек. Как будто он небольшой нужен. Как будто он типа сразу сделанный. Слышите? На полтора метра. Все, давай. Реал? Да. Возьми два маленьких и один большой. Давай все. Зачем все? Лёх, неси. Ебать. Ты взял, чтобы у него грыжа появилась? Блять. У меня так спина больная, с протрузиями. Фу, ёшк, матрёшки. Что тут случилось? А что за такие? Навоз тут просыпал. Ёшк, мне бабах. Вы через экран почувствовали запах? Садись. Там экране. Ладно. Ну и вонь. Чайник. Фу, Саша. Саш, ну ты... Блин, ты в магазине, ёшкин кот. Это с чаем меня разорвало. Нам вообще много всего надо еще забрать. Чайник ваш здесь. У вас чайник на этом этаже. Это чайник или едет. Стул, я уже забыл все. Вам что надо? Нам на стул этаж выше. Я прошу прощения. Можно передать привет? Привет! Блять, я просто... Я не знаю. Хочется съебаться из-за этого. Вот из-за этого чела теперь не принимаются приветы. Ладно, чё.
Что поделать? Будет больше домашних стримов. Если будет больше домашних стримов, я все деньги проебу. Что-то чревато последствиями. Я люблю, ненавижу, у меня срывает крышу. Я сейчас обосрусь. Вот это твоё гадость. Почему гадость? Виноград. Выглядит гадко. Фу, меня затошнило от него. У меня мурашки пошли. Ай, блядь! Прям в ебососину! Как ты это сделал? Очень больно. Пошли пока за стулом. Да? Да. Машины наши. Причина остановки, сука! А это для кого у вас? На этаж ниже. Блядь. Детская жизнь. Может, телегу скинем вниз? Ой, блядь, я не могу. Вот это настолько дамажит, типа, видите разочарованные лица людей. Прям пиздец. Я пиздец пошел, там пол туалет устали. Толпой просто. Я ухожу, они чик. Вопрос. Мы куда идем? В лифте на первый этаж. Пацаны, зачем вы с нами заходите? Зачем вы с нами заходите? Просто. Ребят, ну зачем? Ну мы же раз 10 попросили по-человечески, ну не ходить за нами. Блять, я в ахуе. Да ты чё? Блин! Блин! Какой надо? Осуждаем. Чё? Заметный. Чё он сказал? Осуждаем. Чё ты? Ну ничего. Сейчас поговорит с мальчиком. Поймёт, что больше в жизни так делать не будет и подходить никому больше не будет никогда. Жалко только по стенам, он пешком поедет. Поговорить по-взрослому нельзя, потому что 18 ему нет. Поэтому они чувствуют безнаказанность и бесстрашие. Мы тут подождем. Костя! Не очень эмоционально. Уравновешенный, вы меня отправили. Просто сейчас малого бы наебашил. Когда 5 РП? Когда 5 РП? Просто игнорите, ребят, как можно просто игнорить, когда на протяжении 2 часов с вами ходят одни и те же люди и еще кричат запретки? Каким образом можно игнорировать? Объясните, пожалуйста. Просто вы еще эти ебланы дезморалят, пиздец, потому что ты энергию... Ну вот, типа, мы заместо того, чтобы мы начали пиздец, мы шутили, ходили, веселились. Сейчас это превратилось в какую-то хуйню, ну реально, ходят малые, просто бредом каким-то занимаются. Идите уроки поделайте, нахуй. Я не знаю. Вот так вот. Или идите, депните по ревке с кайфом. Просто. Все деньги родители возьмите с кайфом. Просто вот таких я вообще только рад буду. Супер. Сейчас вызовем так, что поедем нахуй отсюда. Блять, ну это вообще пиздец. Это просто ублюдство. Это вот... Желеби-беби я это называю. Я не знаю, как сказать еще. Я просто... Я не знаю, как сказать. Обычно в таких действиях я бы уже это... Не, нормальный стул. Виктор Цой выступает. Просто уже, знаете, вот как я свой дикс-рейсер дома, вот когда он что-то говорит. Ты его пиздишь? Ну, хуярю. Да не то, чтобы хуярю, таксиста. А, вот это. А, точно. Может, отработать приемчик? Очень быстро, я не успеваю. Ты вот, ты бил сейчас или просто стоял? Поставь 120 FPS, чтобы видно было. Пока не факт, что заметил. Ну что, нормально? Виктор Цой на днях выступает. Вот удар. Пойдем. Чу? Он вроде это. Вон, Цой же. Вон афишу. Будда? Как вы скажете? Отлично. Будда. Здорово. Похудел, Костян. Да что-то я вообще сбросил. Схуднул. Бля, я из этого парка лет 100, наверное, искал выход. Я из Самары прилетел. Концертик был? Да вот, заезжал, вот клаб-шоу было. А. 40 минут назад уже водился. Я знал, что Гриша в Самаре живет. Стритбитик решил прилететь. Давай. Майотику привет. Майотику отличный привет, давайте сейчас. Гриша смотрит, видите? За нами гелик? Нет. Прикинь, выходит и к челам всем идет. Я сел на гелике, мужик бородатый, который может выйти и с челами там это самое поговорить. Криптодед. Он сейчас охуеет, что ему огня тушить. Майбах? Я, прикинь, эконом заказал Майбах. Реально? Да. Фартануло. Вот и Яндекс.Такси делают вещи, а. Думаю, огня тушителя в Майбах еще никто не купит. А стул вот этот за 3000. Как поездка стоит. Ну, я сам тяжелый, возможно. Я сам тяжелый. Ты куда, Лёх? Разрешение спроси. А можно я то, что сделал, да? Водичку. Водичку можно? Да, конечно. Спасибо вам. Всегда спрашивай, да. Спасибо. Как хорошо, что мы каперы наёбываем людей, чтоб есть. Я осуждаю свои же слова. Потом челы вот с этого стрима нарежут все это, сделают из нас фулу ебанов. Кто-то реально поверит во все, что было сказано. Леха выглядит как капер.
из электростали. Вчера был в электростали, сегодня уже в Майбахе. Как ты поднялся? Сколько такой автомобиль стоит вообще? Прямо 4 всего. Ну, примерно 1,2 миллиона? Нет, такая тачка? Да. 4, 5, 6, 7. Решал, да? Дела все порешал? Все порешал по бизнесу, по наёберству людей. Да я в карму не верю, в принципе, я наёбываю. Мне вообще оно ничего не надо. У меня батя наёбщик был. Наёбываю. Блять, нихуя себе. Не надо. Ебей его, Саша! Пей! Седло. Как новый прямо, а? И не сказать, что с Авито. На корову обменяли. Нам же, по идее, только седло и вот это надо. Колесики, наверное, не будем ставить, чтобы нас не увозило, да? Так, поставим просто. В смысле? Без колесиков. Как это? Чтобы только раскручивало, чтобы он стоял. А, давай. Да. Да. Хотя, мне кажется, веселее будет с колесиками. Если что, поставим. Блять. Что это? Стаканчик. О, Костян, можно выпить, держи. Пить? Блять, хуёвые стаканы. О! И чё тут? И что? Ну что это? А, блять, это вот что? Сука, наебали, ну внутри что-то. Блять. Ну какой же я долбоёб, нахуй. Чё? Да я трясу, понял? Думаю, что там внутри что-то. А тут это хуйня. Инструкция есть или мы как хинуть? Тут делов-то. Гулькин хуй. А откуда ты гулькин хуй видел? Я вот не видел ни разу, кстати. Расскажи-ка мне тоже. Ты типа маленький. Сейчас такая закрутка будет, меня вытошнит по-любому. Ничего не получится опять как. Ёптыть. Ёптыть. Я жопу к переду присобачил. Реал? Блять, я пустил! Письку? Да! Ебать! И причем непроизвольно сжалось что-то внутри. Иди. Я обоссался, говорю, реально. Но это не круто. Нихуя себе, это вообще не круто. Иди писай. Я не могу, там негде. Блять, ну ты сейчас обоссышься. Мы в кинотеатр вчера с Саньком ходили под открытым небом. А это который меня не позвали, да. Вообще у них было свидание с Каечкой, я просто говорю, ребят, пожалуйста, можно. Оправдание слышите в их глазах? Да мы чё, СБ, ты еще не понял, как мы людям отказываем. Костя. Это не так работает. В смысле? Все? Тебя баллон берешь? Давай шлюпку приделаем, чтобы не вылететь. Лучше вылететь, чем не вылететь. Хуя! Давай здесь прям. Баллон, мне кажется, можно очень сильно закрутить. Сань, вот тут. Да нет, тут не защитишься никак. Хуя! Чё? Мазют? Мазют. Трупа в мазуте. Фу, Саня, сифак. Я никогда огнетушителем не пользуюсь. Я тоже, давай поближе. Не-не. У нас сильно не достанет. Ты чё? Надо на первом проверить, потом заснимем, если... Ух, ебать. Садись. Все, взорвётся, Саша. Готов? Это всё? Ебать, я думал... будет, типа секунд там 15. Еще а че он не захотел? То, что я один раз пшикнул, начал уже спускать. Может быть. Ну мы подберем, разумеется. Я думал, он бах. Это тебе не зажигалка. Сейчас в бошку мне. Не надо! Переворачивать нельзя, это углекислотный. Переворачивать нельзя. А где он? Ебать, голова закружилась. Солевой надудел. Опять. Очень голова закружилась там. А сильно раскрутил? Таксист аж выдал. Мы тушили. Костер тушили. Извините. Извините, пожалуйста. Пизды дает. Бля, он машину мыл. Да? Сейчас отойдем. Он машину мыл, и она сейчас вся в порошке у него. Реально? Очень неловко пошли отсюда. Мне очень стыдно пошли отсюда. Мне хочется провалиться сейчас по землю. Я хочу исчезнуть в данный момент. Давай тут запустимся. У нас есть еще орудие чуть побольше. Если вот тут делать, то ветер туда дует, на них не попадет. Или на бок прям попадет.
Или прям бок ему выпросил. Или прям вот так. Вот отсюда. Упор просто. Надо куда-то. Он разозлится, думаете? Очень. Смотри, если вот здесь делать, то ветер туда, он на железную дорогу, и там ничего нет. Давай. А что? Там кто-то сидит, это голубь. Я сейчас тоже подумал, что это воробья жопа просто. Он пытался залезть и не смог. Сейчас кто-то пишет. А у меня интернета нет. Самый не нужный карман на задний, понял, когда руки спачкал сюда в задний карман. Я трусы обычно так залажу, я трусы вытираю. Че, так не делайте? По карманам нельзя шарить. А, ебать, я испугался, телефон вибрирует. О, быстрый прием. Рубеж, ты генерал. Ёбас. Салам алейкум, Робчик. Мы стримим. О, всем привет, тоже передайте от меня. Бедолаги, всем салам алейкум. Хотел спросить, парень, что ты когда приедешь в Эпписе? Это вот такой вопрос риторический. А ты на студию? Да, сегодня на студию. Вообще, что ты, я не знаю, сегодня, может, поздно, или ты готов еще? Ну, мы еще стрим. Я понял. Если только после. А во сколько ты думаешь, ты закончишь? Через часа два-три. А что завтра? Не знаю пока что. Давай на студию завтра пораньше, и проведем время, и запишем как раз на настроение. Можем. Мы завтра раз улетаем. А? Мы завтра улетаем как раз. А, вон, пацаны как раз улетают завтра. Будем покупать. Давай. Выигрывать, да, только? Да. Пока, Робчик. Давай. Мы в Калининград летим видос записывать. Да, мы летим в Калининград снимать ролик. Это Илюха просто, ну, хочет, чтобы мы полетели в Калининград, и ради этого решил снять мой ролик. Вот вам вот совет, ребят, вот о нашем примере. Мы были с Саньком молодые, непопулярные, и Илюха, когда мы с ним познакомились, позвал нас сниматься видео на постоянке и дал нам бумажки на подпись. Разумеется, юристам мы нихуя не показывали, и теперь мы обязаны сниматься в каждом видосе. Поэтому мы летим в Калининград. Факт. Он все правду говорит.